Здесь прихожане, дети прах, и доски вместо образов, где мелом Себастьяна Баха лишь цифры значатся псалмов. Разноголосица какая в трактирах буйных и церквах, а ты ликуешь, как Исаия. О, рассудительнейший Бах! Высокий спорщик, неужели, играя внукам свой хорал, опору духа в самом деле ты в доказательстве искал, что звук, шестнадцатые доли, органа многосложный крик, лишь воркотня твоя не боли, о, несговорчивый старик и лютеранский проповедник на черной кафедре своей с твоими гневный собеседник мешает звук своих речей. Осип Мандельштам, Себастьян Бах. Мы с вами переносимся в эпоху барокко, в конец 17-го, первая половина 18 века. Иоганн Себастьян Бах. Органная, хоральная прелюдия номер 3, соль минор, грядет язычников спаситель. Переложенная для фортепиано Ферруччо Бузони –